Музыка. Единственный универсальный язык. Его не надо переводить. На нем душа говорит с душой. Слова останутся только словами, которые чаще всего ничего не меняют, а просто заполняют ум чужими концепциями. Музыка действует совсем по-другому. Ее действие подобно действию медитации, которая постепенно очищает ваш ум от страха, напряжения, чувства вины, беспокойства. Музыка также мало нуждается в словах, как и скульптура. Но музыка побуждает нас красноречиво мыслить. Зеркала, чтоб каждый мог себя в них обрести. Мы верим им и тянемся вперед. Иллюзия скрывает тени зла, и наш двойник кривит в усмешке рот. И нас воруют души зеркала. И так легко порезаться о край, об острый край, и остается боль. И шепчут зеркала: не разбивай, не разбивай, не разбивай, в нас заменяя холодом любовь. Мир отражений вязок и жесток, он рвется из застывшего стекла, и страшно, вдруг еще придет их срок, и завладеют нами зеркала, и вырвется наружу легион фальшиво отраженных ими душ. И мир наполнит звон, стеклянный звон. Кто победит? Оркестр, сыграйте души.